А вот вам еще одна идея для бизнеса. Берем, покупаем вот такой штамп. Штамп такой называется «Шкурка». За него я отдал 5000 рублей. Теперь мы сможем штамповать дикий камень. Берем, разводим раствор, один цемент и 3 песка. И наваливаем его, и разравниваем шпателем. Площадь можете делать любую. После того, как раствор перестал липнуть к пальцу, берем и прикладываем этот штамп. Также можете делать наживую, просто сверху посыпаете цементом. И также сверху вложите штамп и простукиваете чуть-чуть. Потом расчерчиваете под камень, и все, у нас получается дикий камень. Порезали его, теперь можно его покрасить грунтовкой, ну или же какими-нибудь фасадными красками или пропитками по камню. Я думаю, кому-нибудь такая идея пригодится, тем более вложения не очень-то и большие. Возникает сразу вопрос, а где же такой штамп купить? Да везде. И на Авито много предложений, и также на Wildberries, и также вы его можете найти на Алиэкспрессе. В общем, предложений просто тьма. У меня фактура называлась камень-сланец, но там очень много фактур существует, так что выберите на свой вкус. Ну да, некоторые скажут, так можешь форму купить. Ну да, купите форму, она будет у вас 0,25 квадратов и стоит 2000 рублей. А этот штамп вы купили за 5, за 6 тысяч и штампуйте гектарами эти камни. Да, также можете штамповать потом на цоколе, на фасаде. Да, в общем, применение ему просто тьма. А вот вам еще одна идея для бизнеса. Берем, покупаем вот такой штамп. Штамп такой называется «Шкурка». За него я отдал 5000 рублей. Теперь мы сможем штамповать дикий камень. Берем, разводим раствор, один цемент и 3 песка. И наваливаем его, и разравниваем шпателем. Площадь можете делать любую. После того, как раствор перестал липнуть к пальцу, берем и прикладываем этот штамп. Также можете делать наживую, просто сверху посыпаете цементом. И также сверху вложите штамп и простукиваете чуть-чуть. Потом расчерчиваете под камень, и все, у нас получается дикий камень. Порезали его, теперь можно его покрасить грунтовкой, ну или же какими-нибудь фасадными красками или пропитками по камню. Я думаю, кому-нибудь такая идея пригодится, тем более вложения не очень-то и большие. Возникает сразу вопрос, а где же такой штамп купить? Да везде. И на Авито много предложений, и также на Wildberries, и также вы его можете найти на Алиэкспрессе. В общем, предложений просто тьма. У меня фактура называлась камень-сланец, но там очень много фактур существует, так что выберите на свой вкус. Ну да, некоторые скажут, так можешь форму купить. Ну да, купите форму, она будет у вас 0,25 квадратов и стоит 2000 рублей. А этот штамп вы купили за 5, за 6 тысяч и штампуйте гектарами эти камни. Да, также можете штамповать потом на цоколе, на фасаде. Да, в общем, применение ему просто тьма. Сегодня мы будем делать полезную подставку под цветы или под что угодно. Берем вот такую ПВХ-панель. Данная панель мне обошлась в 130 рублей. Разводим раствор, один цемент и 2 песка. Ну и естественно выкладываем на эту панель. Потом берем шпатель и начинаем разравнивать и чуть-чуть так вибрировать его. Сверху ложим крышку и по бокам шпателем убираем ненужный нам раствор. Таким способом толщину подставки можно сделать любую. И в этом я вижу конкретное преимущество, нежели пользоваться формами. Вы, наверное, сейчас сидите и задаетесь вопросом, а где взять формы? Да вон он, полный магазин. На любой вкус и цвет, как говорится, есть под камень, под кирпич, да под что угодно. Даже ночной город есть. И все эти панели имеют выпуклый рисунок. Но, по крайней мере, у нас в городе очень широкий выбор этих панелей, и стоят они относительно недорого. Цена начинается от 50 рублей, если мне память не изменяет. Наверное, спросите, а из-за чего цена такая разная-то на все панели? А все зависит от толщины пластика. Я вам бы посоветовал потолще пластик взять. Да, та панель будет стоить не меньше 200-300 рублей, но она вам и прослужит очень много-много лет. Ну вот, настал у нас уже следующий день, а у вас только минута прошла, и я начал снимать нашу подставку. И посмотрите, какая шедевральная красота у нас получилась. Как видите, с формы все легко и быстро убирается. Теперь берем шпатель и начинаем счищать по краям. Убирать, как говорится, ненужные сопли.
Кстати, вот эту крышку, которая сзади, я ее отставлю. Вот смотрите, какой лайфхак я придумал. Допустим, подставку выпас на землю, ну или же на траву. А вы знаете, раствор тянет влагу в себя очень хорошо. Поэтому сзади будет у нас пластиковая крышка, и он не будет тянуть влагу. Как вам такая идея? Сейчас мы будем делать подставку. Изначально мы берем вот такую панель. Такая панель ПВХ обошлась мне в 400 рублей. Да, это самая дорогая панель. Но у этой панели очень толстый пластик. Так что она прослужит мне очень-очень много лет. Теперь разводим гипс Г5, выкладываем на эту панель и приглаживаем. Пока наша фиговинка сохнет, давайте сбегаем в магазин. Вот где эти панели и покупал. Пожалуйста, выбор очень большой. Панели, как говорится, на любой вкус и цвет. Цена панели начинается от 100 рублей. Да, вот, кстати, и моя панель. Вот она, под камень. А вот и ценники на эти панели. Можете сделать стоп-кадр и посмотреть цены. Да, кстати, почти в каждой панели пол квадрата. Так что это выгодное решение. Прошло у нас где-то часа 3, и я начал снимать наш гипс, он уже достаточно твердый. Ну и вот посмотрите, что у нас получается, я думаю, прекрасный отпечаток, и тем более форму можно выдавать любую таким. Пока наш гипс поддается резке, я начинаю обрезать все лишнее. Теперь я развел черный колер с лаком и полусухой кистью начал проходиться по верхушкам камня. Так как у нас карантин и масок очень много, беру маску, смачиваю и начинаю растирать черную краску. Где показалось мало черноты, я еще раз подкрашиваю. Можете использовать не только черный, а также темный шоколад. Теперь я взял желто-коричневый и также пробежался по верхушкам. После того, как у меня все это дело высохло, я взял акриловый лак и прошелся пару раз. И получается у нас вот такой камень.